Ну, мы собрались, поговорили, каждый высказал свою точку зрения. Я объяснил, моя точка зрения очень непопулярна, но я продолжаю на ней стоять и с нее не собираюсь отступать. То, что делает Алексей, неблагородно. Он в ответ на критику и обиду, такой же точно был Чичваркин, он тоже не может простить обиду, поэтому он идет на телевидение, чтобы рассказать, как я его обидел. Это ну, не делает ему чести, хотя я уверен, что он когда-нибудь отойдет и вернется. И то же самое с Алексеем. Я уверен, что он в какой-то момент поймет, что то, что он делает, абсолютно неправильно и займется настоящим делом. Ой, мне очень понравилось. Я очень рад тому, что Артемий Лебедев, тем более, который человек совершенно не публичный, пришел, обсудил вот эту вот сложную, непростую тему. Он стоит на ряде позиций, которые для меня кажутся неприемлемым. Но, тем не менее, сам по себе человек, он довольно симпатичный. С ним было интересно поспорить. Он умный человек. Я надеюсь, что я в чем-то его сегодня смог убедить.